Здравствуйте. Вы сейчас были в Архангельске на форуме, правильно? Да. И в это время в муниципальной газете «Вечерний Мурманск» вышла статья с тезисом о том, что молодежь, которая вышла на митинг против коррупции, является пидорасами. Вы согласны с этим тезисом? Знаете, я, честно говоря, не знаком с этими людьми так близко, как знаком, наверное, с ними журналист, который об этом написал. Я не могу судить об их ориентации, но хочу сказать, что и государства, и регионы, в частности, последовательно выступают за борьбу с коррупцией. И когда этот процесс находится в центре внимания общественности, я думаю, что это даже неплохо, и руководство страны это поддерживает. И вряд ли людей, которые занимаются борьбой с коррупцией или выступают за борьбу против коррупции, можно назвать этим словом. А учитывая, что в основном это были молодые люди, конечно же, вот как на форуме сказал наш президент, мы не против борьбы с коррупцией, мы против, чтобы этот инструмент использовали различные политические движения в своих интересах. Мне кажется, в связи с этим необходимо, может быть, пересмотреть какую-то нашу молодежную политику и обратить внимание этих молодых людей, привлечь их к процессам борьбы с коррупцией, к программам, которые у нас продвигаются государством, чтобы они чувствовали себя нужными, чтобы они чувствовали себя причастными к этой борьбе и так далее. Конечно, надо слушать. Вы готовы к диалогу с этими людьми? Безусловно, конечно. Это подрастающее поколение, очень важно, чтобы они были вовлечены в жизнь. Это будущее нашей страны.